Готовь котельные летом. К предстоящему отопительному сезону в Козловке строят новые объекты теплоснабжения. Вчера я только вернулась по-настоящему летней погоды, и думать о предстоящих холодах в середине июля не хочется. Однако до того момента, как в дома дадут отопление, остается буквально 2,5 месяца. За это время в Козловке должны заработать 2 новые котельные. Старые со своими функциями не справляются. У нас в домах, потому что многоквартирных, проблемы есть с отоплением. Не доходит тепло, мощности котельной, видимо, не хватает. Оборудование уже морально устарело у этой котельной. И так нам обещали, что нам построят в этом году модульную котельную, что проблем у нас с отоплением не будет, и мы всем домом надеемся. Обогреватель, конечно, выручает. А так, в принципе, зима была не такая уж и холодная, поэтому все перезимовали. Ну, все ждут, все в ожидании какого-то, не знаю, решения проблем, скажем так, потому что котельные очень старые. Котельная номер 1 в этом году исполнится 47 лет. Котлы работают уже только в половину мощности. Газа расходуется много, а вода до батареи доходит чуть теплой. Такая же ситуация в котельной номер 9. Подонецкая убыток ежегодно эти котельные приносят порядка 10-12 миллионов рублей. В итоге получилась такая ситуация, что 2 года назад у нас, то есть на 1 января 2017 года, даже перед газовиками накопился долг муниципалитета в 40 миллионов рублей. На новые котельные в Козловке республика выделила 109 миллионов рублей. Они блочно-модульного типа. Их соберут в Чебоксарах и к началу августа на новое место доставят специальными большегрузными тралами. В это время уже закончат подготовку фундаментов и решат вопросы с подключением к городским сетям. Аналогичные котельные строятся в городе Шумерле, чтобы обеспечить и шумерлинцев также тепловой энергией и горячей водой. Функции Чувашгаза в части строительства котельной в городе Козловка и Шумерле заключаются в контроле за их постройкой, за качеством, за сроками и принятие их на хозведение. Бонусом к действительно горячим батареям зимой станет горячая вода летом. До этого времени ее приходилось отключать на длительный срок. Ой, тепленькая пошла. Ольга Пырочкина, Бахтияр Велиев, Республика.